Сколько еще? Недалеко. Далеко. Но ты нигде не напортачил. Ты пока еще жив. Я всегда на тебя равнялся, Рико. С самого детства. Вот бы и сейчас чинить ту машину. Нам было бы 17 лет и никаких забот. Мне бы тоже этого хотелось, Марио. Ты помнишь, Рико? Чувак, я... Первый раз ночек костров, я счастлив. Сюда, Рико. Осторожно. Держу. Что там видно? Внутреннее кровотечение, тяжелые повреждения. Дайма, работай над общением с людьми. Им можно доверять? Они не повстанцы, но у нас один враг. Не беспокойся, Тео и не таких вытаскивал. Надеюсь, ты права. Сообщай мне, как дела у Марио.